Раннее утро. Раннее московское утро. Точнее, 6 часов 5 минут. Мы снова в аэропорту. Имейте терминал D. И мы сегодня отправляемся в очередное путешествие. Но оно для нас особенное. Мы едем туда, где не были 30 с лишним лет. Мы едем в страну детства. Здание Аэроэкспресса, куда мы могли бы приехать на электричке, но мы приехали на такси. Извините, поэтому мы стоим вот здесь. Панорама аэропорта Шереметьево. Терминал D с таким вот хай-тековским стилем. Ну вот там вход, откуда начнется наше путешествие. Затарились.